Так. Стойкость лечения, это, видимо, от силы зависит. А, живучесть тут еще присутствует. Так, здесь, значит, к силе вместо живучести. А так все то же самое. Плюс 4% к урону. Плюс 4% к скорости атаки. Только вместо силы живучести. Точнее, вместо живучести сила. И сколько у нас это стойкости отнимет? Много. 35 тысяч будет примерно. 8700. 11. Атака. 1200. Ладно, пускай помаринуется пока. Посмотрим, на что она способна, и там уже решим. Нехар, я за тобой. Собираем манатки и валим. Слабак ты, нег. Не можешь халатников отбросить. Ну, неплохо рассекает, а? Я умираю. Ангел, возьми свой меч. Мой меч. Я все вспомнил. Я был архангелом на небесах, воплощением справедливости. Я... Что, у меня какие-то гейские сапоги? Гейские сапоги 68 размера. Ты вернул мне память, и теперь я вспомнил, какую весть я нес. Белиал и Азмодан, последние владыки преисподней, подняли волну тьмы, которая захлестнет этот мир. Тень Белиала уже пала на Колдей. Тогда я отправлюсь в Колдей и познакомлюсь с Белиалом. Надо действовать быстро. Возвращаемся в Тристрам. Нужно собираться. Вот когда он говорит, у него картинка, да, с диалогом. Там его голова нормально выглядит, но в самой игре, на самой модельке, его голова выглядит так, как будто он натянул чулок и готов грабить какой-нибудь киоск ликера водочный. Времени почти не осталось, друзья. Влияние Белиала на Колдей растет. Но как мы найдем Белиала? Искать не придется. Магда и ее последователи. У меня что-то там капает задница, что-то кровавое. Пока душа дяди Дикарда не обретет последний покой. Это плохой признак. Должны почтить память павших и продолжить. Ой, что-то совсем полилось. Я нашел караван, с которым мы поедем на восток. Поговори с его хозяином, когда будешь готов отправиться в путь. Врача мне на там найди. Перед отъездом. У меня что-то совсем порвало там. Ну что, друг мой? Отправляемся в Колдей? Да. Все это сказки. Книгу-то зачем? Дядя видел лишь то, что хотел. Дикард пожертвовал многим ради этого мира. Но дело его не закончено. Да что ты знаешь о жертвах? Сирая, древний закон небес строго запрещает нам вмешиваться в дела смертных. Ты приступил его сознательно. И в чем же я виновен, Империя? Что несу справедливость, пока ты, как трус, прячешься за своим троном. Замолчи! Ты ответишь за своеволие. Ты
Не тебе судить меня. Я сам справедливость. Мы должны служить высшей цели, защищать невинных. Но если законы небес сковывают вам руки, я больше не могу называться вашим братом. Так ты сам решил стать одним из нас? А ты думал, его за дебош выгнали? В баре, в небесном. Это татство. Крылья-то накладные. У вас крылья отклеились. Я думал, это станция «Мир падает». Ибо люди единственная надежда этого мира. Книгу зачем сжигать? Книгу забери! Я не верила тебе. Думала, что это выдумки. Твой труд так и остался незавершен. Зачем ты на труп книгу положила, если не собираешься ее сжигать? Да тут ты тупая, твою налево. Он не пропадет, дядя. Я его закончу. А где наш герой? Где ему плевать? Он где-то бухает. Да, правильно делает. Акт 2. Тристрам в безопасности. Но это только начало. Великий восточный город Колдей оказался в руках Белиала, владыки лжи. Пора нанести ему визит. При том, что ролика к первому акту мы не видели. Потому что, как я понял, его просто не нарисовали для крестоносца. Фух, ладно, сделаю-ка я перерыв. Хотя, давайте сначала подойдем к Ли и поговорим с ней. Там внизу Колдей, жемчужина Востока. Дядя Декарт любил этот город. Сейчас бы он его не узнал. Этот город отравлен присутствием Белиала, владыки лжи. Вы вдвоем попробуйте найти Белиала, а я разыщу Магду. Твой дядя будет отомщен, Лия. Ну вот, теперь можно сделать перерыв. Ну что, первый акт закончен, 33 уровня мы набрали. Что это за средневековье секс-шоп она мне предлагает? Да ну нафиг. С ней связываться. Подойду, сразу менты скрутят, я такое знаю. Технология отработана. Ладно, перерыв. Что ж, продолжаем. Так, надо разобраться с вещами. Главное, вот эту вот штуку не продать случайно. Все остальное можно, в принципе, на металлолом пускать. Если я ничего не путаю. Возникает иногда ощущение, что тебя игнорируют. У меня вот возникает. У меня возникает только желание дать тебе по башке, чтобы ты заткнулся. И это нормально. Эй, вот что я тебе скажу. Господи, это малолетка с ее штучками. Она тоже допросится. Рано или поздно. Так, что насчет камней-то? Пожалуй, тут надо вынуть все, что у меня в штанах, и скрепить все это заново. Давайте так и сделаем. 9 косарей, а? Не жирновато ли будет 9 косарей тратить на это?
Так, ну давайте скрещивать. Точнее, объединять камни заново. Хотя на нормальное не хватает все равно. Ну, хотя, может, один более-менее нормальный получится. Так, треугольный и вот такой вот. Придется еще пофармить. Все остальное, в принципе, можно, я не знаю, продавать, наверное. Нафиг оно надо. Слышала, ты недавно из Тристрама? Моя семья переехала оттуда. Не самое спокойное местечко, правда? Так, здесь все, с этим разобрались. Все починили. Неплохо. Тут, оказывается, эскизы еще продаются, ну... Броня фигня, конечно. А все остальное это для режима приключений, наверное. Ну, точнее, для открытия дополнительных локаций. Эскиз там какого-то кольца, насколько я понимаю. Страж, откуда здесь все эти беженцы? Я не страж. Я Шира, капитан Стальных Волков. Мы спасли этих людей от темного культа, который возглавляет Магда. Ее сектанты бесчинствуют в окрестных песках. Я ищу Магду. Ты не знаешь, где она сейчас? Она направилась в Алькарн и перекрыла ведущую туда дорогу. Но туда есть и другой путь, через заставу Хасим. Чувствую, нас сейчас в пустыне будут обижать по-страшному. Остальные волки сражались с Магдой в пустыне, император заменил их на своих стражников, которые не пускают никого в центр города. Похоже, стальных волков отправили на верную смерть. Белиал сделал свой ход. Мы должны найти способ проникнуть в город. В детстве я излазила колдей вдоль и поперек, пока дядя Декарт был занят своими изысканиями. Эй, парень, ты явно чем-то болен, уберись отсюда нафиг. Хорошо. Разузнай все, что сможешь. А я буду искать Магду. Будь осторожен. Возможно, Магда устроила тебе в Алькарне ловушку. Да ладно. Есть один проверенный способ убить все, что движется. Ведущую в Алькарн. Тебе придется идти в обход по мосту через каньон. Через Магда заплатит за свои злодеяния. Хорош балаболить одновременно. Берегись, путник. Эти пустынные дороги стерегут сектанты. Они убьют любого, кто осмелится пройти здесь. Замечательно. У меня к этим сектантам как раз есть пара вопросов. Ты собираешься убить их? Я пойду с тобой. Свидетели мне точно не нужны. Множество иллюзий, которые люди называют миражами. Я вижу их истинную сущность. Они сплетены проклятой магией темного культа. Пойдешь у них на поводу, умрешь. Так, сейчас меня будут обижать, 100%, потому что эти вот твари очень много снимают. Хотя с соло-резами нормально, наверное, будет. Я думаю. Главное их не отпускать от себя. Обещанные осы, по правде, не заслуживают упоминания. Эти насекомые переростки примечательны только своими отрастами. Да не, нормально как-то. Одно из которых, к несчастью, погубило моего юного ученика. Пушка неплохо метит, все, что я могу сказать. Очень даже неплохо. Я рассчитывал на худшее. Хотя я не знаю, как против этих будет действовать старое оружие. Или как их еще называют, люди-пантеры. Тысячелетиями обитают в пустыне к востоку от Халдея. Крупные самцы руководят племенем и защищают его от врагов. А ловкие самки-лакуни занимаются охотой. В целом, это примитивные создания, которые ведут замкнутый образ жизни, но они становятся агрессивными, одержимые голодом или будучи загнанными. Осторожно! Представляете, если бы не было бы этой заклинательницы, все, наш план бы обломался, мы не прошли бы дальше вообще из-за этого барьера. И все, и спасение мира бы здесь и закончилось. На этом, на всем.
Не, блин, с бриллиантами вообще лафа, знаете, с таким количеством его урезов. Я заклинательница. Мне открыты все тайны магии и иллюзий. Меня зовут Эйрина. А я крестоносец. Приятно познакомиться, Эйрина. Что ты здесь делаешь? Я тоже... Да она с нами полчаса уже ходит, что она здесь делает? Усё? Или дальше пойдёшь?